всем большой привет. Магазин. Всем доброго дня и хорошего настроения. Такие солнышки кругом. Барнаул, пришло тепло. Самолет летит. Миндаль отцветает уже. Красота уходит. Вчера сняла видео и нечаянно его испортила. Короче говоря, ничего не получилось у меня, очень жалко. Теряла время. Моральник цветет. Вчера был очень сильный ветер у нас. Сегодня погода прямо радует. Ветер был холодный, все эти дни ветер был сильный и очень холодный. Открыли мы виноградники вчера, потому что там уже почки у нас появились. Приехал. Прибыли. Гарь какая-то в воздухе, как будто что-то видно в бане, кто-то кинул какую-то резину. Юра как курить бросил, так прямо задыхается на все эти запахи. Сильно аллергия сразу у него. Цветет моя новая спирея. Тут жарища. Я думала, Юра мне открыл теплицу, а он уехал. Тут жара прямо все. Вчера тут досадила я огурчики, потом рассажу их. Все, буду сегодня садить, выносить. Все, теперь пошли теплые ночи. Ну как теплые? Там иногда и 7, и 8, но для нас это уже тепло. Вчера тут Кузя носился. Я его снимала, снимала и все испортила. Так жалко. Цветут у меня вовсю уже и цветочки тут все. Все надо высаживать. Ну, вчера было тепло днем, но был очень ледяной и очень сильный ветер. Я даже молодую розочку свою, которую купила, плетистую, накрывала ведром. Боялась, что ее сломает. Просто ветер ураганный был. Юра укрепил там дверь с той стороны, потому что ее гнуло, сделал побольше задвижек, там, чтобы защелкивать. Ну вот, в тепличке вот так все. Сегодня можно высадить помидоры будет вечером. А то они вон уже какие хорошенькие тут. Корни надавали, баклажаны глушат. Баклажанам не нравится соседство с ними. И уже перцы висят в стаканчиках вон там. Надо срочно все садить. Мои петунии тут переростки цветут. Уже бедные в таких малюсеньких стаканчиках. Нечаянно тут землю рассыпала. Сейчас все уберу. Заодно подоконник помою. Поставила дрожжевое тесто. Я сейчас буду делать пирожки с творогом, с сосиской. В общем, растягая буду делать. Там все буду делать. О, Юра Кузю несет. Кузенька идет в тепличку. Все. Нечего дома бегать. Вот он. Кузька наш пойдет гулять в тепличку. Сейчас выпустим на пастбище. И он хитрый, он пытается перелезть, в среднюю грядку не лезет, а пытается перелезть на ту, чтобы потом вылезти к двери, которая крайнюю. Вот умный, а. Вот я досочку тут постелила, потому что он вчера умудрился сюда залезть. Вот Кузька наш. Гречку ему положила вареную, обожает он. Да, Кузя, а? Хулиган ты? Первое время он, когда здесь, он чувствует себя хорошо, а тут ходит, просто бегает, а потом ему надоедает, и он хочет свободу. И начинает пытаться вылезти. Как всегда, нужно посмотреть, что сухое, и полить. Вот. Все пролить хотя бы по чуть-чуть, а то потом сильно высохнет.
Вот так все стаканчики проверяю. Налила Кузе водички. Тут такая старенькая сковородка. А это все надо пролить. Все сухое, потому что вчера все поливала, но уже все сухое. Вот сейчас стаканчики эти проверю. И все полью. Цветут уже на бетоньке. Жалко как. Надо садить. Сегодня день такой. Ветер поднялся, конечно, но потише, чем вчера. Все, уже скоро все в землю высажу. Закончится мне вот эти каждый день одно и то же. По 5 раз в день. В теплице все сохнет. А на улице оно было днем тепло. Пойми, молю. Но из-за того, что очень сильный ветер, это все переломает. И я не могла все это выставить на улицу. Кузенька пригрелся. Через камеру поливать вообще неудобно. Через час вернусь и опять что-нибудь проверю, что я пропустила. Обычно что-нибудь да пропущу и еще полью. Сейчас я там пошла стряпаю. Показывала, поставила дрожжевую закваску. Сейчас сделаю. И буду потом заниматься огородом. У меня внуки, ну, там уже живут недельку. Один недельку, другой вторую. Так что нам все весело. Все надо успеть. Сегодня такая погода, то солнце, то пасмурно. Самое время для посадки. Но ребятишек тут чем-то надо кормить. Поэтому на кухне я сейчас. Добавила пару яичек сюда. Сейчас вымесю тесто. Это Гошенька тут возле меня пристроился. Закваска у меня молоко, сахар, растительное масло и мука. После этого, как поднялось, я теперь добавляю туда яйцо, добавила муку, еще немножко растительного масла. Соль, конечно. Муку, конечно, я просеиваю. Сюда добавляю. Лежит Гошенька. Ты маленький. Ты спишь, да? Спит мой маленький. А я пойду Кузю посмотрю. Корицет потихоньку отцветает. Примула цветет, огонек, нарциссики тут, гиацинты, нарциссики, а здесь тюльпанчики, такие пооткрывали свои головки, ой, пчелка летела, вот, вот еще такие тюльпанчики. Такой красивенький. Прям вот открывается. Низенькая ножка что-то у него. Такой. Вот такие. Тут Юрочка мне один сломал, так и не узнала какой. Шлангом. А вот это тут махровый какой красивый. Прямо красавец. Этот Юрочка мне сломал. Так что не знаю какой. Зверобой в середине вырос. Но я его не стала трогать. Нарциссики цветут. А там то ли укроп что-то повсходило. Открываются только нарциссы здесь. Беленьким, с желтеньким. Такие хорошенькие. Это крупные тюльпаны, большие. Тут примула цветет. Ну и горецвет. Горецвета везде много. Открыли мы виноградник, и Юра вчера открыл. Вон почки уже набухают, уже все, заморозков не будет. Так что пусть, пока я их не подняла, все, пока у меня там вообще листья большие уже. Сегодня уже подшпиливаю все. Ну, а на днях подвяжу, может, завтра. Смородина красная цветет. А это белая смородина. Мы ее не едим, она так обильно плодоносит все время. Вот эта роза, я думала, она вымерзла, а она вот так
У нее очень темный ствол. И я думала, что у нее ствол этот черный почернел, вымерз, а она живая. В общем, все розы мне перезимовали. Все возле водички сидит. Но тут ему сегодня совсем не жарко. Солнце то появляется, то исчезает. Но надо заходить наведываться, потому что он такой у нас шустрый парень. Вдруг найдет себе способ вылезти. Кузя любит одуванчик, я ему нарвала. Деревяшками заградила тут все вход, чтобы он не перелез. Потому что он тут запросто зацепится. Тут низковато с этой стороны. Вот он проверяет тут все, проверяет. С той стороны повыше. Ну, там дверь закрыта сейчас. Если будет жарко, то надо будет открывать с той стороны дверь. Мы все тут укрепили, утеплили. Юрочка все везде дополнительные вот эти все болты или шайбы кого там понаделывал. Потому что вырывает ветром поликарбонат. Все, пошла, тесто поставила мне, поднимается. Кузю я проверила. Да, Кузя? Пошла домой. Белье там стирается, сейчас пойду вешать. Клубничка поднялась. Лук тут он какой уже большой. Надо его на зелень заморозить. Сегодня воскресенье, 21 мая. Конец мая, а у меня еще грядки не сажены. Потому что вот такая погода была ужасная. Кофеёвью разделал нам, сейчас попьем. Тесто мое поднимается. Тесто мое поднимается уже почти готовое. Я не люблю, чтобы оно жидкое. Я люблю, чтобы такое мягкое, эластичное оно было. Вот такие шарики наколотала. Дети заказали ватрушки. Сухие ветки Юра обрезает. За двором резал. Теперь тут надо, вон, которые сухие верхушки, сухие там. Все надо срезать. Пока я там тестом пеку, Юрочка меня на улице занимается. Да ребятишек надо будет выгнать, пусть погуляют. Сидят возле мультиков. Надо, чтобы подышать. О, ветер поднялся. А вот с нее лезет вот маленькая там. Вот да, веточка. Ну да. Вот и сюда, вот тут вот надо. Да не, поближе, ты сильно далеко. Так, я же не вижу ее там. Вот так вплотную, да. Угу. Нормально? Да. Нормально. Вон какая ветища. С ума сойти. Какая ветка большая. Это терен сильно подмерз. Юра вот его подрезает. Небо опять в облаках. Сегодня погода непонятная. Вроде бы сегодня тепло передали, а что-то прохладненько. Ветер поднялся. В общем, побежала я дальше готовить, Юрочка. Ага, покидаю давай. Я вас. Пока-пока. Да не совсем пока, еще встретимся. Свалил досточку, свалил цветок и совок. На голову упал, Кузька. Или как, ты там живой? Вот свинтус. Какой вредный мальчик. И чё ты там теперь? А? Хулиган. Ой, хулиган. Опять все тут проливаю. Где сухо, смотрю. Все надо пролить. Потому что махом все засохнет. Но погода там, солнышко, слава богу, нету. Так что вот так. И побежала стряпать растягаи и ватрушки. Уже такие перчики висят хорошие. Это которые посаженные. А это тут тоже уже в стаканчиках позавязывались. Надо срочно все пересаживать. Помидорки цветут. Томатики. Не знаю, сегодня успею высадить или нет. В общем, работы очень много.
А это Кузьма тут шастает. Загородила от него ящичком там угол, чтобы он не пролез. Так что он там уже не свалит. Ящик тяжелый. А досочку свалил и довольный. Вовремя я заметила. А тут потом бы искали его. Сначала сделаю сосиски в тесте. Такие вот у меня тут лежат. Шарики накатала я. И вот сейчас буду раскатывать каждую и на противень. У меня с маслом залила сейчас. Разровняю и буду выкладывать. Муку ничего я не сыплю, так в масле растительном. Ну вот, налепила. А теперь все это смажу яйцом тут. Яйцо взбулькало. Белок с желтком все вместе я делаю. И они потом румяные, такие румяные получаются. Сосиска в тесте. Будет вон. Сейчас все смажу вот так. И будет. В духовку поставлю. Юрочка поливает. Да. А то пока-пока кричал. Ну да. Тут еще поливать да поливать. А у нас сосиска в тесте уже в печке стоит. Да? Да, сейчас пошла ватрушки делать. И растягая. Ты позовешь меня? Ну, уже обедать скоро. Позову. Гоша уже обедает. Да, Гошенька, ты уже обедаешь? Ребятишки просили ватрушки. Сейчас тоже яйцом смажу и посыплю немножко сахара. Вот смазала. И чуть-чуть сахарком присыплю. Вот так вот, чтобы было вкусненько. Вот сосиска в тесте. Ну вот, плетеночки готовы. Ну вот они. Чудики. Ватрушечки. Ой, Юрочка меня кушает. Растягайчики. Да, обед. Да уже не обед, уже полдник. Ну да. Растягайчики. Ну и вот последние растягайчики. Вкуснятина, не могу оторваться. Каша, всем до свидания. Буду без вас кушать. Гошенька спит, а я пошла за Кузей. Опять сильный ветер. Вот как садить? К вечеру опять ветер, опять похолодало. Я ждала, чтобы солнышко ушло посадить. А к вечеру ветер опять холодный. Кузя висел только что на перекладинке там. Не успела снять. Какой поросенок. Все пытается вылезти. Все опять уже сухое надо поливать. Сушь уже какая здесь сейчас. Беру леечку, буду поливать. Кузенька пойдет сейчас домой. Мои дорогие, спасибо вам, что были с нами, смотрели это видео. До свидания, до новых встреч. Пока-пока.